Итак, друзья, привет-привет. Быстренько собрались с ребятами. Есть у нас группа в Вайбере, полный привод 56. Списались и решили выехать. Воскресный день, вечер, где-то примерно 5 часов вечера. Собрались на часок-два покататься. Покатаемся по той же трассе. Вот здесь вот ссылочка, где в то воскресенье катались здесь подготовленные автомобили. Мы в основном трассу всю прошли там же, где на подготовленных катались. Единственное, мы не стали кататься, называется ступенька. Так что мы катаемся. УАЗ Патриот, заводская комплектация, но человек точно не знает, сзади самоблок стоит, не стоит, потому что он не первый хозяин. Двигатель века, дизель, механика. Ребята, Toyota, 2 литра, полный привод, автомат. О, как легко прыгает. Ты смотри, что красавчик. Ну, во-первых, база короткая. Да, высота. Да, это высота, как это как короткий Нива. По высоте как УАЗ. Ага. Вторую попыточку помедленнее, чтобы колеса у нас вывешивались. А то он больно быстро проехал. Вверху ссылочка до этого видео, где тут катались ребята на подготовленных автомобилях. Ну, пока едет без проблем. Ну, как и видели, я на своей Ниве, на заблокированном, в принципе, я проехал. Так, ох, сам чуть не упал. Ну, смотрите, как получилось. Все там, ходовочку подремонтируем, нормально там. Правый руль. Ну, давай, пробуй, поехали. Давай.
Toyota, управляй мечтой. Ты смотри, как легко, а? Вообще красавчик, ребят. Пробуем на автопилоте. Ну, первая пониженная. Ты давай в ямки падай. О. Сейчас, подожди, посмотрим. Да, вывесилось. Поехали. Ну вот, смотрите, в стандарте автомобили тоже едут. Если я на своей на 31-й проехал. Toyota, да, как быстро проехала на короткой базе. Прыг, 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 и все. Сейчас вот будет автомобиль вывешиваться. Переднее левое колесо, вот смотрите. Упало, вывесился. Давай, давай. Пружины ему надо поправить. Кость, давай, давай, давай. Ну а теперь короткая Нива. Вывесился. Ну, спокойненько. Между прочим, я сегодня бампер сломал. Почти такой же. Только левый руль. Японцы атакуют.